Что бы я еще предупредил? Вот сейчас настает время, самые, значит, длинные идут ночи, значит, дни наиболее короткие, холода. Все это влияет на биоритмологически влияет на работу нашего сердца. Сердце сейчас самое слабое, то есть сердечная функция ослаблена. Нету огня, который идет от солнышка. Это все связано у нас. Поэтому относитесь сейчас к своему сердцу, особенно вот в январе, с большим, так сказать, с большой любовью и бережно. Не делайте каких-то лишних нагрузок физических, ни пищевых, ни алкогольных, ни еще каких-то. Особенно это касается лиц пожилого возраста. Да уже и более молодого, потому что сейчас народ хилый, слабый. И любое, знаете, вот такое вот переусердствование в чем-то создает такие условия в организме, что он с этим не справляется, начинается сбой, вплоть до того, что могут возникать очень-очень плохие последствия. Поэтому поберегите сердечко, теплая пища, меньше волнений. Если физические нагрузки, это просто-напросто прогулочки, но немножечко там занимайтесь не без того. И все у вас будет нормально. Поэтому обратите внимание на сердце. А вот что касается почек, сейчас они активны. Вот почечки можно почистить в это время. То есть сейчас они активны примерно в течение 72 дней. То есть это где-то будет активность весь декабрь, весь январь, там, возможно, и февраль там часть захватит. Поэтому мочегонные травы, камнедробящие травы, все это прекрасно будет действовать на функцию почек.